Министерство культуры озвучило сумму, которая понадобится на подготовку мероприятий к столетию Латвии. За три года, с 2015 по 2017 год, на это уйдет более 10 миллионов евро. Все расчеты были сделаны на основании предложений, с которыми выступили культурные учреждения нашей страны. По словам координатора программы «Столетие Латвии» Леонарда Кестера, очень важно, чтобы праздник отмечался не только в столице, но и по всей стране. Организаторы постараются в нем совместить прошлое, настоящее и будущее, чтобы праздник не превратился в очередное памятное мероприятие и привлек в том числе молодежную аудиторию. Кроме того, по задумке Министерства культуры, празднование «Столетия Латвии» должно быть замечено в США и в Европе. Согласно плану, в рамках мероприятия будут сняты фильмы, состоится специальный праздник песни и танца, а также будет издана национальная энциклопедия. Сейчас программу обсуждают в различных культурных учреждениях, а затем начнется обсуждение, принять участие в котором смогут и все жители Латвии.